свою молодость. У нас больница хорошая была, потому что у нас село районное, и больница была районная. Все виды на то время услуг медицинских. А сейчас ни хрена нет, друзья. Хоть нам и пытаются втирать «Единая Россия», что у них все хорошо, все просто замечательно. Но с каждой болячкой людей нужно везти по разбитой дороге в другой город. Поликлиника здесь была раньше. Тут была регистратура, там был детский кабинет. С той стороны был рентген. На втором этаже были кабинеты, тоже врачи принимали. А здесь у нас был пункт скорой помощи и приемный покой. Здесь было детское отделение. А главврач здесь, друзья, депутат областной думы. Депутат областной думы. Угадайте, от какой партии, пишите в комментарии. Она говорит, что все хорошо, просто замечательно. 20 лет, друзья, 20 лет жулики у власти пытаются нам впаривать, какие они молодцы. Ссут в уши людям, что... Да все хорошо, просто умалчивают, просто ничего не рассказывают вообще. Я не помню, что здесь было, наверное, может быть инфекционное отделение. Тоже здание очень большое, рубленное из бревна. Это было родильное отделение, вот там зелененькое сейчас появится. Теперь сюда те все здания закрыли, оптимизация. Гениальные же люди придумали оптимизации, наши сраные единороссы. Я напоминаю, что... Только все вместе мы сможем победить этих жуликов и воров. Чем дольше вы будете оставаться дома, говорить «я вне политики», тем быстрее будет загибаться наша с вами страна.